Лудоманы, лудоманочки, здорово были. Ну чё, играю в аппаратики. В игровой автомат обезьянки. Смотрите, что у меня выпала, какая комбинация. Я быстрее записывать, ё-моё. Не доставила, было бы 500 000. А так на 100 тысяч поставила сыгровку. Хо-хоу, я сегодня в школу не иду. 50 тысяч у меня был деп, я по 900 рублей сразу начал крутить, и вот она сразу сыгровочка, вот такая вот. Смешная, да? Тройка. А прикиньте, я пробью. Это будет 200 тысяч, такого точно на ютубе никогда не было. Не, ребята, ну я нафиг. Не хочу. Не хочу позориться. Ну реально. Давайте даже проверим, пробил бы я. Пробил бы. Блин. Но я боялся опозориться. Просто с полтинника 150 за пару минут. Как вы думаете, это нормалдаки или плаки-плаки? Вот это я поиграл. Ну ладно, ну а чем мне играть по 900? Я уже как бы сделал все, что я хотел с этим аппаратом, с обезьянками. И вы увидели, что этот Казиныч может по 900 рублей. Выдал комбинашку. Жесткую, беспощадную. Ни бонуски не падало, ничего не падало. Ни сыгровки никакой хорошей. Просто 100 тысяч бац и все практически сразу. Ладно, друзья, в этот Казиныч оставлю промики на бездеп и бесплатные спины, фри-спины. В своем телеграм-канале по ссылке в комментариях зайдете. Кому нужны промики, забирайте. Я уверен, играл бы я по 300 рублей. Он бы мне по 300 рублей быстрее еще комбинацию такую поставил. Я уже заметил, что по 300 рублей играет лучше, чем по 900 порой. По 900 быстрее деньги проиграешь. Не факт, что занесешь. Наконец-то я дождался эту комбинашку. Кстати, ее ловил недели 3 назад, такую же самую на 100 тысяч. А может 2. Ну вы видели у меня, я все ролики такие. С такими заносами я в любом случае ролики выложу на YouTube. Две 200. 4 400. Туз, заберем. Я даже не жалею, что я тройку не стал бить. Если бы я не пробил, то была бы фиаско моя. По 500 рублей поиграем. Чуть-чуть. Разнообразим, повеселимся. Ладно, не играет, да? Давай по 300.
10-10. Ну ладно, хоть так. Нет. А можно нам бонус поставить, а? Руки чешутся по 700 поиграть. Хочу по 700 бонус поймать, ребят, извините меня. Не могу отказать себе в этом удовольствии. Ставь мне бонус по чуйке, по 700 рублей, ну. Давай, дядя. Ладно, по 300. Пошутил я. Тяжело ему после 100 тысяч с игровки поставить что-то хорошее. А бонуску поставят. Я уже не верил. Да еще и с проходом, наверное, да? Нет. О-о-о-о. Нормалдаки. За десятку. 11 тысяч, ребят, еще за носик. Подъехал. Блин. Не угадал, не в ту сторону пошел. 2000. По 500 бонус поймаем, а? Попробуем, попытаемся. Чем фортуна не шутит? Никак, да? Ну давай по 700. Ставь бонус по 700. Тоже не хочет. По 900, значит. Ха-ха-ха-ха. 10 тысяч, ребят. Сюда. Десяточка сюда. Не поставил еще одну макакешку. Да блин. Ну дай это две штуки пробить. Да блин. Не вредничай. Ну, эх. Не поставил третью, обидно. Мне кажется, он может влупить сейчас. Thank you.
Опасно. Поставь. Все, ребята, стоп игра, 120 тысяч на вывод. Отлично поиграли, это был игровой автомат Crazy Monkey, обезьянки. Бонусы, промики, все, что у меня есть в телеграм-канале, по ссылке в комментарии оставляю. Кому надо, заходите, забирайте и пользуйтесь на здоровье. И пусть вам повезет, кто играет так же, как и мне сегодня. Здоровья, фарта, любви, удачи, мирного неба над головой. Увидимся, пока.